Мы представители страны с богатой историей и сложной историей. И все это удивительным образом сочетается. И только, может быть, в последние 10 лет мы начинаем пытаться примирить эту историю, факты этой истории, биографии людей, которые прожили удивительную, иногда трагическую, иногда великую жизнь. И ведь это касается каждого из нас, потому что, когда мы говорим, что будет воздвигнут памятник, и этот памятник будет памятником примирения тех, кто остался в России, тех, кто вынужден был эмигрировать, тех, кто воевал на стороне белых или на стороне красных, мы забываем о том, что у каждого этот выбор редко был однозначным и простым. И за 20 век страна переживала и февральскую революцию, и октябрьскую революцию, и Вторую мировую, и стахановские движения, и распад СССР, и потом долгий диалог с теми, кто покинул страну, с эмигрантскими сообществами. И сегодня у нас есть возможность, не сразу возможно, а постепенно выйти на какое-то символическое событие. Памятник, безусловно, должен явиться символом примирения, символом объединения страны, символом наступления тех времен, когда принято собирать камни, а не их разбрасывать. И с другой стороны, очень важно, что сбор средств будет осуществляться, как это раньше говорилось, всем миром, не только там из федерального бюджета взяли, средства выделили и успокоились. Еще одна очень важная идея, которая заложена в это символическое действие по поиску места и по поиску места, потому что мы тоже не понимаем еще, в каком конкретном месте будет воздвигнут памятник, но мы понимаем, что это должен быть Крым. И это абсолютно не политизированный подход. Мы прекрасно понимаем, какую роль остров Крым играл в истории гражданской войны, истории разделения, трагического разделения двух частей России. И теперь какую роль он играет в примирении, в объединении, в установлении связи времен. И поэтому Российское военно-историческое общество вместе с Конгрессом соотечественников начинаем этот очень важный проект. Он действительно закончится через 2 года. Он закончится 4 ноября 2017 года. Это будет, мне кажется, очень важным событием.